Участников фестиваля на гостеприимной темниковской земле встречали огурцами, лучником и медом. Вкусные огурцы аксельские. Именно аксельский огурец пятый год подряд становится главным блюдом одноименного гастрономического фестиваля. У нас вообще живет очень трудолюбивый народ. У нас проходят два праздника. Один зимой проходит праздник, а второй праздник проходит летом. Зимой наши люди занимаются валяли валенки, а летом выращивание огурца. Но еще у нас очень климатические условия. Протекает речка Аксёлка, то есть все, кто ближайшие проживают около этой речки, все занимались огурцами. Огурцы в Аксёле выращивают более 200 лет. Именно благодаря этому овощу в свое время слава о селе добралась до Парижа. Аксельские огурцы поставляли к императорскому столу. Ну а сегодня ими щедро угощают гостей фестиваля. Помимо огурцов, в палатках с едой национальные блюда мордовской, татарской и русской кухни. Мы приготовили соленые огурцы, малосольные огурцы, свежие огурцы и варенье из огурцов, экбаны с огурцами. Если первый год мы еще как-то сомневались, что приготовить, можно сказать, тренировались, теперь уже мы люди тренированные, мы знаем, что пользуется спросом. А во-первых, это наш главный герой огурец, поэтому из огурца, вот посмотрите, значит, огурцы, это огурцы у нас с кунжутом, огурцы в горчичной заливке, огурцы в корейской морковке. Это малосольные огурцы. Вот такие вот огурчики, рулетики с морковкой. Вот такие вот огурчики тоже с морковкой. Огурцы с красной смородиной. В общем, наш огурец хозяин. Ну, естественно, огурец он один не естся, к нему надо что-то еще покушать. Значит, яички, печенье, выпечка разные, блины, пожалуйста, пицца, сало. Все у нас на столах. Из гастрономических изысков среди рядов с национальной кухней можно было найти огуречные напитки, растягая и закусочные пироги. Рецепт, конечно, не сама придумала, взяла из книги. Ну, всем понравилось. Традиции самых вкусных огурцов из местного погреба возрождали всем районам. Кроме дегустации, фестиваль собрал в себе традиционные атрибуты народных гуляний. Аксельским огурцам слагали песни, артисты фольклорных коллективов кружили хороводы. Ароматный наш аксельский огурец, сызна на наших землях славится. Пробуйте скорее, он вам понравится. Большой концертной программой не ограничились. Для детей сладкая вата, батут и аквагрим. Для всех желающих выставка декоративно-прикладного творчества и ярмарка народных промыслов. Свои произведения искусства показали умельцы со всей Мордовии и не только. На данном мероприятии я узнала от своей подруги. Она здесь живет, скажем так, в городе Темникове. Вот, сказала мне, что аксельский огурец мероприятие проходит. Проводится мероприятие, так, скажем так, ярмарка ручных изделий, работ и, скажем так, пригласила меня поучаствовать в данном мероприятии. Скажем так, вот моя ювелирная смола, моя продукция. Я езжу ежегодно. И вообще здесь народ очень душевный, гостеприимный. Хорошо здесь. Как-то отдыхаешь душой. Это моя ручная работа, да. Я вытачиваю, жена выкрашивает. И делаю это с детства. Откликаются также и люди, которые в личные подворья приезжают, мастера наши темниковские из других районов со своими поделками. Вот. Здесь и производители наши сыра, есть и кто пасечники, мед привезли. Ну и, конечно, традиционно это аксельские огурцы. Так привычный и знакомый всеми овощ объединил сотни людей. Для жителей села и района фестиваль – это повод для гордости. Ведь с каждым годом его масштаб набирает обороты. География гостей давно вышла за рамки республики. За аксельскими огурцами приезжают люди из соседних регионов. На фестиваль мы первый раз. Мы приехали из Чебоксар. Приехали с дочерью, с зятем, с внучкой. Очень нравится. Мы просто слышали про этот фестиваль. У нас тут родственники живут. Так что все нравится, все красиво, интересно, весело. Мы всей семьей сюда пришли. Поддерживаю родителей, посещаю их мероприятия, ну и сама приятно провожу время. Что нарисовали, показывайте? Символ мордовского заповедника. Только любуются летающими птичками.
Праздник огурца – настоящий гастрономический феномен. В прошлом году фестиваль получил признание на всероссийском уровне. Аксельский огурец занял 3-е место на окружном этапе международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Ирина Суконкина, Станислав Семин. Народные новости, Темниковский район.